Всем привет. Мне соседи, скажем так, подогнали сырую свежую селедочку. Конечно, на видео процесс не заснят, как я приготавливал рассол. Вся она такая крупная, с икрой. Селедочка это наша местная, речная, с Волги, черноспинка. Дали мне они ее в апреле месяце. И солил я ее в слабосоленом рассоле. Пробыла она в нем долгое время. Рассол я делал таким образом. Подогрел воду, закипятил. Хорошенечко воду посолил. Добавил душистый перец, лавровый лист и пару звездочек гвоздики. И все, ничего лишнего. Пробыла она в холодильнике, но очень достаточно долгое время. И я решил убрать их с кастрюли, заодно продегустировать и поместить, наверное, в эти банки трехлитровые и залить рассол, потому что за один присест как бы столько рыбы не съесть, селедки под шубой не наделать, тем более, что и не Новый год, и нету какого-то особого торжества, чтобы можно было сделать, там, я не знаю, там 10 килограмм салата селедка под шубой, а то если не больше. Вот. Ну, собственно, давайте я сейчас сделаю весь процесс и посмотрим, что у нас получилось. Дегустировать я буду маленькую селедку, ну а крупную я вытащил просто показать. Ну, блин, в ней вот реально сантиметров, наверное, 35-40, ну если там до края хвоста и от головы начала. Да, селедочка таких размеров, что в банку, блин, не помещается. Гляньте, какая красавица. Сейчас вот этот рассол, который остался, я его перелью в банки, и, собственно, рыба будет храниться в холодильнике и закрытой крышкой, дабы не испортилась, да, и на соль она слабосоленая, поэтому ту соль, которую она должна была взять, она ее уже взяла, то есть солиться она, по сути, уже больше не будет, она уже просто будет находиться в соленой воде, так сказать, чтобы просто не пропасть. Также делают в магазинах. Я не использовал всяких там ешек, да, там для продления какого-то срока жизни. Селедка прошла тест. Тест на удачный посол, потому что моя кошка ест эту селедку. Поэтому мои труды не прошли даром. Я вам сейчас скажу просто досконально рецепт, как я ее делал. Потому что в начале видео может показаться, что как бы, ну, я селедку просто сварил, образно говоря. На самом деле нет. Я сделал соляной раствор, то есть я налил в большую кастрюлю воды, поставил на огонь, закипятил и добавил определенное количество соли. Изначально я планировал ее делать сильно соленую, потом ее пару дней вымачивать, но потом бросил эту затею, не стал издеваться над селедкой. И изначально сделал слабо соленый раствор солевой, поэтому я делал это
по своему вкусу, по своим вкусовым ощущениям, насколько организм ощущает количество соли. Вот. Пока вода кипела, я добавил душистый перец горошком. Добавил немного гвоздики. Да, и я добавил туда зиры, потому что трава пряная. В горячей воде, когда все это кипятилось, и лавровый лист. Ну, лаврушки, ну, порядка десятка листьев, как бы, ну, я добавил. Лаврушка, перец, зира, гвоздика. В кипятке раскрыли свой вкус, вкус специй. Конечно же, все это я дал остудить до холодного состояния. И только потом я разложил селедку по кастрюлям, и холодный солевой раствор я залил и поставил в холодильник. Поэтому селедку вымачивать не пришлось, что, собственно, и хорошо. Подойдет под картошку в мундирах, подойдет под водку или кому самогонку, подойдет для салата селедки под шубой. Вот, поэтому мне понравилось. Всем большое спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ожидаем следующих видео. Спасибо за внимание.